Акция «Вместе подарим улыбки детям» стартовала в Ленинском районе областного центра в начале 2017 года. В январе состоялось сразу две праздничных встречи с юными брещанами, которым особенно нужна поддержка и забота. Затем в каждом следующем месяце еще по одной. Накануне состоялось 12-е мероприятие в рамках инициативы. В этот раз в гости пригласили воспитанников вспомогательной школы. Ребят с особенностями психофизического развития. Здесь бывали разные категории детей, и малообеспеченные семьи, и многодетные семьи. Сегодня здесь дети из Брестской вспомогательной школы, как я уже сказала, с особенностями психофизического развития. Мы хотели бы, чтобы у наших детей праздник был не только в их день рождения или в предновогодние дни, но и каждый день. Поэтому эта акция стала традиционной. Инициатор проведения акции – Белорусское общественное объединение демографической безопасности. Всестороннюю поддержку оказывает Ленинская районная администрация, а также партнеры и спонсоры. Наш коллектив всегда откликается на подобные инициативы, на подобные предложения, когда нам предоставляется возможность предоставить хоть какую-то одну минутку или полчаса радости детям, которые не все сегодня имеют такую возможность, которые лишены чего-то в своей жизни. Поэтому мы находим возможности, средства, чтобы чуть-чуть свой вклад внести в их улыбки, в их радость, которую они получат от такого мероприятия. Игры, конкурсы, соревнования и музыкальные задания, сладкий стол и подарки. Участникам мероприятия было откуда черпать положительные эмоции и впечатления. По словам организаторов, инициатива найдет свое продолжение и в будущем, чтобы улыбки на лицах маленьких жителей областного центра Брещины появлялись как можно чаще.